теплая и дружественная атмосфера, то есть, собственно говоря, это и есть основной посыл – нести добро, свет, мир всему окружающим странам. И, собственно говоря, все вопросы, которые поднимались, они понятны, они решаемы, и все находятся на этапе вот либо начальном, либо уже продвигаются. Со своей стороны, поскольку вот я занимаюсь больше 10 лет водой, считаю, что на сегодняшний день, правда, жизнь такова, что только 3 страны в мире не испытывают сложностей с питьевой качественной водой. И Россия имеет, несмотря на свои огромные запасы питьевой воды, имеет огромный научный потенциал и огромный опыт именно технологий, которые отработаны, проверены уже годами и позволяют получать практически из любой воды достойного качества питьевую воду. Поэтому на этом фоне, безусловно, мы можем общаться дружески, партнерски с абсолютно любым государством, с абсолютно любыми организациями. Мы как раз и владеем огромным количеством технологий, которые позволяют эту воду делать не просто качественной, питьевой, а еще и полезной для здоровья, потому что состав воды, он состоит из микроэлементов, минералов, которые необходимы человеку. Если мы просто возьмем опреснитель и уберем из нее все соли, это будет мертвая вода, которая никакой пользы для организма не принесет. И, собственно говоря, используя эти технологии, мы можем помогать нашим добрым соседям и делать мир лучше. И это, безусловно, сделает отношения более дружественными, более правильными. То есть через это можно двигаться. Более того, один из проектов, который сейчас запущен, это площадка, которая реферальная краудфандинговая платформа, которая позволяет собрать средства любому желающему на его собственный проект. Пока международное такое название Bitcoin Steps, то есть по шажочкам можно продвигаться к своей цели. Повторюсь, эта площадка абсолютно народная, она позволяет каждому участнику собрать средства на реализацию своей мечты. То есть, например, мой проект, это я очень хочу последние годы, меня мысль абсолютно не покидает, создать Московский университет воды, поскольку есть нефть и газ, там стали из сплавов, много университетов в Москве. Университет воды, несмотря на то, что с каждым годом вода, она, в общем-то, все больше и большую значимость приобретает в нашей жизни, к сожалению, такого университета нет. И вот эта площадка позволяет собрать средства для того, чтобы открыть подобный университет.